Над городом Заболотинском зашла заря. Одна баба в одном доме поняла, что жила зря. Сына в чеченскую прирезали, как барана. Перед тем дали гуманно покурить марихуаны. А дочь ее, муж ейный, убил. По пьяному делу ясен конь, так-то он ее любил. Но в ряду услышал команду «Огонь!» Вот ты пальнул по врагам из двух стволов. Такая страсть, такая любовь. Так думала баба и дышала все тише. И раз оказалась одна на крыше. И думает... Баба, да нахер все, прыгну вниз. И заскрипел под ногами ее карниз. А баба зажмурилась, да как шагнет. Только в ушах свист, и летит баба, и орет. Кружит, как осенний лист. И ждет баба, когда убьется об асфальт. А асфальта все нет. Открывает глаза, летит она в колодце на белый свет. Точно мотылек на ночную лампу. Вот чудно, говорит она, и себя лапает. Все ли на месте? Жива ли? Жива. Все на месте, и ноги, и голова. А земля внизу все быстрее несется. И тут баба как засмеется. Точно психоватый больной в подучий. А над городом видна грозовая туча.